Давайте ее я тебе сделаю, хорошо? Спасибо. Хорошо? Угу. Спасибо. Оль, а почему ты, Марина, не на работе? Ты не пошутила, как ты сидел? Я работала, у меня просто обеденный перерыв. Я ее украла с обеденного перерыва, потому что нужен был совет по поводу, что надеть вечером. А у Мариночки очень хороший вкус. Это такая большая редкость у девушек. А что за вечер, если не секрет? Ой, вечеринка какая-то намечается. Да не вечеринка, а просто ужин с моими любимыми тремя мужчинами. С Пашей, Богданом и Елисейкиным, конечно. Да. Ну, и Оксаной, конечно. Сюрприз. Ксюха, вот тот неловкий момент, когда на семейный ужин тебя пригласили. Я не понимаю вообще, какой ужин. И почему о нем знают все, кроме меня. Даже Марина знает. Альбин, а можешь сейчас сделать латте? Я просто